Всем привет и хорошего настроения. Топлю вот баньку в городе Любани Ленинградской области и заодно решил посмотреть, какой здесь прием на коротких волнах, на магнитолу Sharp GF8989. Итак, первый диапазон коротких волн SV1. Сейчас вот видите, даже на 19 метрах что-то ловится. Довольно уверенно, судя по индикатору, идет прием некой передачи. Короткие волны, первый поддиапазон. Между 19 и 16, 18 метров, наверное. Даже какая-то классика ловится. Ловлю на вот эту штатную антенну. Извините за условия освещенности в бане, в предбаннике, даже в веранде. На веранде бани света нет, поэтому все видно плоховато. Тонкой подстройкой. Ну как же без этого, непременные китайские друзья. Очень много станций ловится, прием неизмеримо лучше, чем в городе, естественно. А если на крышу забраться, наверное, вообще. Метров. Tomorrow may be all fashionably removed GWL from the throne, or I will fashionably remove everybody else and win the throne myself. Okay. 13 небольшим метров. Yes. Время сейчас 17:40, и видите, прием такой довольно уверенный. Вот край шкалы, вероятно, 22 мегагерца. Ручкой тонкой настройки можно добиться приема каких-то радиостанций. Ну, идем дальше. На 19 мы уже были.
های صلح و کامیابی که ژاپن توسعه آن را رهبری می کند ترتیب کرد. وزیران خارجه این کشورها توافق کردند که راه تازه‌ای ساخته شود که سرزمین های فلسطینیان را به اردن وصل کرده تا امکان رساندن راحت‌تر محصولات غذایی از یک شهرک صنعتی در کرانه باختری امکان پذیر شود. این شهرک صنعتی با همکاری ژاپن довольно густо заселен диапазон FM1, коротких волн 1. двенадцать мегагерц, 25 с небольшим метров. На улице безоблачное небо. А, моя лячка. И прием довольно уверенный. Какие-то помехи суковые, вероятно, с FM-диапазоном. О! Веселенькая. Индия, что ли? Девяносто шесть мегагерц, 31 метр. Ребята, я аж вас обманул. СВ1 диапазон у меня стоял, а я все поверхность колес смотрел. На самом-то деле, это такие более длинные волны, 120 метров. Черт, простите, бога ради. Сейчас мы с вами на 120 метрах 2,3 мегагерца. Давайте пройдем его еще разок. Где у нас эти индусы были? Вот здесь, по идее, можно любителей поймать. Но что-то сейчас они не вещают. Порядка 100 метров. Около 3 мегагерц. Вот они, индусы, 3,2 мегагерца.
это широкополосная помеха с телевизора, наверное. Те же индусы, только на 90 метрах. And other reasons. Anyway, but you know, so many times the body can't. Ну, похоже, любители пробиваются. Девяносто метров, чуть меньше 90. Ну, здесь они часто попадаются. Thing that's really cool about it. Ich sehe so, er liegt in Schuhe Lycodonsen. Nachdem sie die Kinder geboren hat, hatte sie eine ganz andere Priorität. Sie hatte die so. К сожалению, здесь забито широкополосными помехами, а вот здесь могли быть любители. А может, еще рановато им быть. 75 метров. Четыре с половиной мегагерца. Марзянка. Чуть больше 50 метров, 5 мегагерц. Looking for passion? How about fiery debate? Want to hear about current events in China from different perspectives? Then tune in to Rousey, where East meets West. Understand? It's the hour of round table. Yes, it's me, Leo. It's time to go.
Этот участок диапазона особо сильно заселен. Где-то, наверное, с 50-41 метра. Очень помогает ручка тонкой подстройки. Иначе невозможно было бы настроить на радиостанции. Очень похоже на южнокорейский ансамбль Почхонбо. Давайте попробуем диапазон СВ2. Он у нас простирается, судя по шкале, от 13 метров до 31 там с чем-то. До 35, наверное. Вот, пожалуйста, на 13 метрах. Ой, как чисто. Сегодня исключительно хороший прием. Как чисто, на коротких волнах. Шестнадцать метров. Любимые песни Ким Чен Ына.
Везде хоть что-нибудь да есть, да? Washington, I didn't do like to get it. I had a drink, it was a bit in dinner. The position of Secretary of State went to James. Wanting to be cuddled after an intimate moment. Чисто как, да? That wasn't the word on the script. An intimate moment is what you can probably adults know about. But I talk about this one, you know, but I'm just not a big cuddler. All right, number one, two, let's say it's number two. Taking a long time. Of his own money. Легкий поворот, рукоятки тонкой настройки, уже другая волна. Прям станция на станции. Ой. Лучше всего ловят восточно-азиатских товарищей. Ну так на то он и японский шарп. И, к сожалению, ничего на русском языке, пока мы не поймали. Я так полагаю, несколько сот радиостанций, уверен, еще вещают на КВ, и поймать их можно. Какая мелодия классная. Вообще записать надо. Передача прекратилась. Между 19 и 25 метрами. Сейчас скажут, что за радио.
国际广播电台. 中国国际广播电台. А. Говорит международное радио Китая. По-русски. Говорит международное радио Китая. В эфире международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главные его темы. Си Цзиньпин призвал учащихся передовиков труда Института трудовых отношений КНР стать творцами новой эпохи. По маршруту международных ручных перевозок Тунцзян-Хабаровск начался навигационный период. Новый государственный секретарь США пригрозил выходом из сделки по иранской ядерной программе. А сейчас об этих и других новостях подробно. Накануне Международного дня солидарности трудящихся генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин в ответном письме, адресованном учащимся передовикам труда Института трудовых отношений КНР, поздравил их и всех передовиков труда и трудящихся с наступающим праздником 1 мая. Си Цзиньпин отметил, что учащиеся передовики труда внесли выдающийся вклад в развитие страны. Социализм и новая эпоха строятся совместными усилиями всего народа. Глава страны призвал к тому, чтобы все учащиеся были честными и самоотверженными, хорошо учились, усердно работали на своих рабочих местах и мотивировали широкие народные массы становиться творцами новой эпохи. Си Цзиньпин подчеркнул, что труд – это самое славное, почетное, великое и прекрасное дело. Общество должно уважать передовиков труда, распространять дух и идеи передовиков труда, чтобы честность и самоотверженность, трудолюбие и усердие прочно вошли в повседневный быт каждого. Институт трудовых отношений КНР открыл специальные курсы для передовиков труда, лауреатов трудовой медали 1 мая и передовых работников страны в 1992 году. На днях учащиеся передовики труда написали Си Цзиньпину письмо, в котором изложили свои идеи и соображения о социализме с китайской спецификой в новую эпоху и выразили желание и решимость быть хозяевами страны и творцами новой эпохи. Бюро по управлению движением при Министерстве общественной безопасности КНР сообщило о том, что в первый день праздничного периода 1 мая состояние дорожного движения по всей стране характеризуется как стабильное. 18 часов 29 апреля дорожное движение и его безопасность оставались стабильными. Не отмечалось крупномасштабных и долговременных дорожных пробок, как и не было дорожно-транспортных происшествий с более чем 5 летальными исходами. Для того, чтобы активно справляться с увеличением количества поездок во время праздника 1 мая, отделы общественной безопасности и управления дорожным движением в регионах в соответствии с требованиями Министерства по вопросам безопасности на дорогах и транспортного движения КНР в праздничный период в район, расположенный вдоль основных автомагистралей и живописных мест, были направлены дополнительные силы для патрулирования дорожного движения. Также была модифицирована организация движения для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного. Как здорово, как социализм попали, да? С полуночи 30 апреля по 2 мая в некоторых районах Китая ожидаются сильные дожди. То же самое, но на другой волне. Муэдзин красиво поет. Штатива нет, с рук снимаю, извините, руки устали, немножко трясутся. Спасибо, что вы приехали.
شکستنی در دوره مراسم حج سال 2014 و حمایت از جنگیان داعش علیه عربستان سعودی نیست متهم هرچند عربستان سعودی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد شیطان سعودیسکه همه خبر می‌رسد که مخالفت های دو کشور علیه سیاست های ایران در منطقه قبل که دو غبرگو غرمرگ بریدونو که در لسخ بریارانو پا شمول باید تردار شپور تنان وجل شوید در غشانه در دغا پی خوز مواری داعش دلی کبور کرده همانگر هر او در غشان پا کندهار ایالتونو که هم در طرح گری پیش شویدی ایده علبانی پول تبسیل در ویو دیوا خبریال در کابل ناس Bunlara göre yaşamaktır. Zamanın dışında ve üstünde yaşayan Allah bana dünyam hakkında başka türlü asla bilemeyeceğim bilgileri vermek için zamana ve mekana girdiyse o zaman kutsal kitaba başvurmaya bir an önce... Надо в баньку подкинуть, извините. А, тепло же тут, хорошо. В парилочке делается. Венички. Ну, пока еще 100 градусов. 100 градусов почти. Извините за отвлечение от темы. Всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской дорожной карте урегулирования. В ходе обмена... Все русскоязычные. Ни масла в кувшине не убудет. До того дня, когда Господь даст дождь на землю. China. What do you think are their comparative advantages in the Chinese market, and what changes will they bring to this sector? Дела Сирии и Ирака, что, по его словам, представляет угрозу для безопасности и стабильности во всем регионе. Наряду с этим глава Государственного департамента США призвал Саудовскую Аравию, Катар и другие страны Персидского залива устранить разногласия. P-U-S-H-T-U Turkey. C-R-I Turkey. C-N. And normally we just
very few of them and have their luck to get their shares. Англоязычных много станций. And there's almost no need to write those research reports, which are needed by institutional investors. А вы слушаете рубрику «Этот день в истории». Оставайтесь с нами. Прям станция на станции сидят. Because if you look at the Asia market, the IPO is still not a registration system. It's an approval system. Very visible hand. اداره ملی آمار و فدراسیون لوجستیک و خرید چین روز دوشنبه 30 آوریل شاخص مدیران خرید بخش تولید PMI چین را در ماه آوریل منتشر و اعلام کرد. این شاخص در ماه آوریل به 51.4% رسیده که در مقایسه با ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما هم شاخص مدیران خرید بخش تولید. The sunrise is mainly red, yellow, orange to our eyes because when the light scatters upon entering the atmosphere. امن کی جو منزل ہے وہ مزید دور ہو جائے گی نا ملکی صورتحال پہ توجہ دیجئے رحیم اللہ حسن زیدی صاحب 60-70% افغانستان پر Эх, учите языки, ребята, так интересный эфир было бы мониторить, если знаете, что, о чем говорят-то, что-то важное вещают. Условия хорошего приема практически нет пустых мест на шкале. It's the timing of all this opening up policy, particularly against the backdrop of the trade tensions between China and the U.S. Well, I expect leasing, auto finance, and consumer finance are going to open up real soon. And now that's probably good for Chinese companies and consumers because they're going to have a greater selection of financial products and services, and they might get some really good deals as these... نی افزود با توجه به شاخص PMI چین در ماه آوریل اعتماد شرکت‌ها به بازار چین همچنان باثبات بوده و در آینده نیز باثبات باقی خواهد ماند. به نظر من شاخص PMI چین در آینده نیز همچنان در حد 50% شب شمدان آر کنونام نایی
জিনামে জীবন পাই আর কোনো নাম নাই জিনামে জীবন পাই Это своего ряда уважения к мастерам Ушу из Танчжоу, выставленной высокой славой из боевого искусства, которая произошла во времена заката династии Цин, примерно 100 лет назад. На этих южных воротах от Танчжоу появился... Самый край диапазона 31, там 32, 35 нанометров. तो मैं भाई ने कहा इनके शटर बंद कर दो जैसे शटर बंद किया तो फायरिंग शुरू हो गई तो इसने अपने को बचा लिया लेकिन अल्लाह ने फायरिंग कर दी अल्लाह बचाए और ये है कि इस इलाके में थोड़ा गश्त बढ़ा दे ताकि जो है ना लोगों की हिफाजत हो हम लोग सारी दुकानदार जो है ढके हुए जान मामा को रोड पर Многие станции дублируются на разных волнах. Но все равно, я думаю, что согласитесь, несколько сот станций на КВ в условиях хорошего приема при должном состоянии ионосферы поймать можно. А что у нас на средних волнах? АМ, средние волны, у нас они от скольки до скольки? От 525 кГц до 1605. Давайте прочешем. Здесь можно пободрее крутить, побыстрее. А на СВ пока ничего. Одни помехи. Ну, то есть вообще ничего. Смотрите, да? Пусто. Средневолновой диапазон пуст. При таком хорошем прохождении коротковолнового, средневолновой здесь прочесали, ничегошеньки нет. Ну и у КВ здесь FM. Тоже, конечно, в Любани ловится плохо. Мало станций на FM. Все накладываются друг на друга. Днем опять не ты, разные высоты, наши мосты, на картинах витрин, бесконечно жить обожаю, даже если от тебя уезжаю, жить на свете не любя. И то не все. Обожаю я тебя. Вот и все. 100 мегагерц FM. Эй, толстый! Во сне даже ем я и ем на ходу. Я ел так и в школе, и в детском саду. И не расстаюсь я с пирожным и кексом. Даже когда занимаюсь сексом, я ем из трамвая, ем из автобуса.
почет. Мне все очень рады, и все мне кричат. Эй, толстый! Эй, толстый! Зажигай! Ну, то есть буквально 2-3-4 радиостанции на FM. Здесь можно поймать. Любань в какой-то зоне, в какой-то яме радиомолчания находится с точки зрения FM. Низковатое место. Низковатое место-то. По паузам. Как вам частотная характеристика? А, это я назад ищу. Опять же ставит. А это вперед. Soft Touch — приятная все-таки штука. Гораздо приятнее, чем педальный клавиш, на который надо давить. Легкое касание. Оп, плавненько работает микролифт. We'll be right back.
Интересно, башка стирается при таком поиске или нет? Я думаю, нет. Наверное, все-таки отводится немножко пленка-то от головки. Простите, больше не буду испытывать ваше терпение, да и париться пора, банька-то протопилась. Всех с праздниками наступающими, наступившими, всем всего самого лучшего. Спасибо за терпение, всегда с вами Сергей.